Привет, с вами мистер Надеюсь Пидьми, но играем в замечательную группу, называем Clash Royale, я хочу вам показать сегодня, обновился Clash Royale, который очень сложный был, догадайтесь, 8 уровень против 7, и такая колода, которую у него, и я бы проиграл. Вы должны посмотреть, что случилось, если не перематывать, если вы думаете, что я победил, то проиграл, напишите в комментариях, кто не перематывал, правильно ответ. Будем смотреть. Просто это принц стреляет. Я чуть не проиграл. Шанс маловатый, но я там еще справа атакуют, и слева, то есть и справа, и слева, и дефиться не могу, но это, вторая будет серия по Clash Royale, и то есть ходить в таких роликах почаще, давайте, 30% лайков, и будет новая серия по Clash Royale. Что будет с этой парочкой? Умрут все или умрет только Пека? Сейчас вы узнаете ответ. Прежде все умирает. Это логично. Остается 60 секунд до конца игры, зачем-то уничтожать ваш. Тут принц, да? Вот он, Сейчас будет. Итак, мы продолжаем. И что вы думаете, что случится с моей башней? Либо я проиграю, либо я подохну. Что вы думаете? Напишите в комментариях. Ничего против защиты. Если у него был бы зап, либо что-нибудь, из этого он бы, зап. Если он бы уже выбил меня, ребят, это было бы плохо.
У меня пополнение в картах только две новых. А, даже три новых. Раз, два. Три новых. И как ты их быстро забил? Давайте улучшим надежно, что лучше. Чем больше, можно улучшить. Я так хочу. Боевой таран. Кстати, давайте создадим фан-колоду. Например, да, у всех почему-то 5, а у меня 3. Я не знаю, с чем это связано. С новыми картами такими. И 2 на 2 бой. Что один на один бой невозможно играть будет. Так, колоды. И давайте выдох. Ну все, я создал колоду такую. Ну давайте проверим ее 2 на 2 боя. Если она будет справляться, ну хорошо, но ее... Ну, будет хорошо, сейчас ждем. А, ну да, обычная колода, это нормально. Новый пятый. Это Максим. Его таран. Конечно, нету бэха. Для бэха было такое, но ничего. Не пропишу. Когда надо успеть, когда... Ну да, такой колоды невозможно играть, потому что тут пека. О, где можно за раз? За одну секунду. Это неудобно. Конечно, мы сейчас... Давайте искать. Ну если. Не, ну только. Как советов представить, все это прочитать. Как ждешь, надо читать это. Не писать. Причем. Так, ладно. Кристальные лихорадки. Что за батон? Так, ну, не, нормаляк. Ему дали. Дай-ка я невозможно сражаться. Да не лопаться. Для меня у меня с 6-й арены, по-моему, только 3 карты и... Самая редкая карта это... Ну, в начальных стадиях. Дракончик. Самая редкая, чем для начала. А потом, по-моему, называется Дендарк, самая редкая. Представьте, если вам не выпадет какой-то дракончик, выпадет сначала какой-то рождак, а потом будет давай! Не сдадимся, но все-таки
финала. Не, довольно нормально. Достать сложно. И фон. Фон давай, давай. Делай тычку. Тычку сделай. Блич. Блич, блич, блич. Блин, я зря сделал. Блин, вы там, дайте мне. Возможно, мне было вам дорогу найти. Просто смотрю, давай. Блин. И он. И вот теперь. Это победа, да? Довольно хорошо. Я победила. Один раз победила. Да не удалю. Когда она теряет целиться на меня. Мы спугали? Вот, у нас целый смен такой. Ну, на этом, наверное, будем заканчивать. Да, хороший. Ой, блин, опять мне выпал один и тот же сундук. 4 раза подряд. Ну, 3 раза подряд выпадает один и тот же сундук. Если я вот смогу через 10 поиграть часов в это испытание, если мы наберем за 2 дня и 10 часов, успеем до конца этого испытания, то мы сможем... Будем как бы с вами. Ну, я вам покажу этот режим. Ну, я его заранее сниму, но выложу вам. Через 11 часов будет, ну, не серия, но будет, буду снимать по нему. Ну, и, ребята, на этом будем заканчивать. С вами был мистер Андрей Чпеть. И ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, всем пока.